Давай. Так, всем привет. 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 Выходим на технике первого ранга. Что там? Бой? Бой, на карте, да. Моздок. Это для меня новая карта абсолютно. Она большая. Ага. А для меня вся игра вообще новая. Ну да, Ростик у нас только осваивает азы. Ну что-то я вижу, нас опять швырануло против каких-то странных. Да нет, чего? Нет, смотри, 80-ки, Т-80, да. Т-50, Т-28, ну Т-34. Блин, это слышь, та самая... нифига себе карта, действительно. Она очень большая, да. И ехать лучше не в точке, а ехать вот так, как я еду, параллельно. Видишь? Параллельно вот этой дороге, которая по карте. Все, понял, ну давай я за тобой. Туда вот едем, там надо будет на пригорочку, там есть ложбинки. А где Ростик, пых-пых, что-то я его вообще не вижу на карте. Ростик, а ты где? Ты еще не вошел? Не знаю, у меня карта светится, я еще не... А, наверное, его еще не пустил. Ростик догонит, у него быстрый там. Да, очень быстрый. Это я быстрый просто. Это Ростик быстрый. Ну, крути педали. Да, у тебя шпарит хорошо, 50. Есть. Да, парит она хорошо. А куда мы едем? Едем Чубери чуть левее, там ложбинка такая. Сейчас за этой... Не вопрос. За этой бензозаправкой. Ложбинка-то тут овраг. Ну, да, давай по оврагу. Да, да, там будем выбираться. Ага, то есть переезжаем брод, да? Да. Нам главное, у нас... Но главное, чтобы нас не убили. Да, сразу. Что это? Что? Сопротивление грунтам. Уже пуляет. Там у меня не прокачаны гусли вообще, я их не качаю. Так, где мы? Здесь выезжаем? Ну давай посмотрим, если нет, тут вернемся. Ну давай ты смотри. Ой. О, Ростик появился. Ростика наводчика уже ранили. А как? Водитель тебя появился. Уже убили, Ростика. Ну давай вот здесь, наверное, идти, они нас не видят. А что ты такое сделал, что тебя так быстро убили? Я вообще не понимаю. Потому что они обстреливают, видишь, по центру стоят и обстреливают базу, вот это респаун. Точку. Понял? Я понял. Ты только появляешься, и тебя сразу сносят. Надо быстро бежать вправо, туда к оврагу. К оврагу, вправо, сейчас как поеду, блин. Вот они. Угу. Да по мне уже отстрелялись. Ну, один есть. Так. Папа! Ты тоже уже ушел? А, ты стоишь? Я? Нет. Ну вот видишь, как я стою. У тебя опускается, хорошо? Сейчас посмотрим. Ну я пока остановился, стрельнул и погнал дальше. Нас. Да, это я понял. Навесом. О, здрасте. Есть! Так, ну куда ж ты едешь? Так. Заряжай! Хорошо, ушел. Вот он стоит. Ты ушел? Нет, ну я там стрелял, какая-то была ПТ-шка. Никак не могу его справиться за камешек. Давай, едешь идти твою колотить. Что за блин? Так что-то я пока никого не вижу, почему? Да все ты увидишь сейчас. Не, я имею в виду, что они все попрятались. Да, там один стоит вот вблизи камешек, вот видишь прямо перед нами такой. Вот он вылазит, гад. Я вижу, что уже по мне валит. Тут самолеты какие-то летают. Надо сваливать, а я не могу, у меня починка как раз. А тебя что, коснули? Да. Блин, не настолько хорошо у меня опускается ствол, чтобы прямо так сказать. Надо, блин, искать где-то откуда мне пострелять. Что-то я здесь зря сюда заехал. Давай их попробуем немножко обойти. Там
мне надо сдвинуться сначала. Так, есть, он закончился. Давай, наверное, я даже не знаю, куда. Я дальше немножко пойду. Давай, наверное, туда, да. Ну, я просто оттуда даже не могу высунуться. Мне там не хватает склонения орудия элементарно. Они все за камешком спрятались. Ростик, ты что там делаешь? Самолетики сбиваешь? О, вот здесь. Смотри, вот оно. Вот ага, это наш проход. Такая, да, да, да. Можно даже еще дальше попытаться пройти. Не башня, еле. Че, поломано что-то? Да. Ты куда-то пропадаешь по звуку. Здесь я есть. Есть? Да, да, кем может у меня? Кто-нибудь атакуйте его. Да ты что, умный какой? Кто-нибудь атакуйте его. Как же это сделать? Еще блин, не пускается у меня ствол. Пускается? Перепустился. А, огорчился парнишка. Есть. Давай, ты заряжайся быстрее. Я, да, но я как бы после пары выстрелов переезжаю, потому что вижу, что он уже начинает на меня агриться. А я не хочу, чтобы на меня... Ой, я могу слю, по-моему. ПЗ-38? Да. Он крутится, по-моему, на месте. Нет, он ползет назад, если это тот, который... Я тоже. Далековато. Двое. Он далеко просто у нас. Есть. Ну, пулеметиком стреляй по нему. Зачем? А что ты, а что я сделал пулеметом на таком расстоянии? Я даже только... Все, я его убрал. Молодца. Так, что вот это такое? Я думаю, что если я не могу его пробить так, то, наверное, пулеметом и подавно. Не, ну там ты можешь иногда по гуслям и что-то додает. Или, слушай, или просто контузить кого-то. Да я понаглею немножко. Сейчас я там где-то вынырну. Возле базы? Да, практически, только с другой стороны. Видишь, они все будут смотреть на нашу толпу. Ну да. А я попробую отсюда. Правее? Вот здесь вот. Я вижу. Вот. Получится, что мы типа зашли в тылы. Ростик! М-м-м. А так ты что, там самолетики сбиваешь? А я сам не знаю, что. По мне уже отстрелялись, надо валить отсюда. Тебя же увидели? Меня, да. Ну, я вижу, что если... Здесь он... неровность вот этого... Ну, есть, да, конечно, этот момент. 50-й он даст? Да, он просто у него торчит только башня. Да, его тяжело. Поднажмем, победа ага. Близка. Да. Да, его не пробили. Не достанешь его. Угу. Да, я не попадаю, это бессмысленно. Еще раз один раз попробуем. Есть. Попал? Еще контузил кого-то. А, ну отлично. Так, вот тут, конечно, уже чистое поле начинается, тут уже неинтересно. А вот здесь тоже такая есть хорошая ложбинка. Правее? Ну вот, смотри, пошла. Да, его попробовать, его тяжело, конечно. О, там Ростик уже. Где-то там, на линии огня. Может, по Ростику шарахнуть? Я тебя шарахнул. А кто-то меня... А, видать, все-таки 50-й я его контузил. Потом... Смотри, там... За 4. Да здесь... Да, кого я стреляю? Здесь еще самолет, а. О, получи, спидфайр. Слушай, а тут камешек вот, если вот так ехать на ПЗ-4. Да, я видел его, но... Тут речку, правда, надо переплывать. Меня попает. А надо, наверное, что-то делать. А что мы тут будем стоять на крыльях? Ну, я иду вон туда за камешек попытаться. Башня крутится. Давай.
Ах ты, гад. Оперный театр, а? А здесь вообще, по-моему, не работает такая фигня, типа на таран взять технику наземную. Я сколько раз видел и сколько раз я делал, я никогда никого не мог убить, даже повредить, ну, а сам умирал. Николай один. Где? Эй, что тут происходит? Да, слушай. КВ-1. Я его не Блин, могу... тебя снесло артой? А я не знаю. Наверх. Да, какая-то хрень меня сверху лупанула. Это арта. Здесь тоже есть арта. Слушай, я ему сейчас сам тоже сделаю. Котыняка. Ладно, беру БТ-7 и бегу к тебе. Все, я начинаю его чуть-чуть, чтобы он там прятался, потому что наглелся все. Не, я, наверное, лучше к Ростику пойду. Что он там делает? А вот я не знаю, вот мне тоже интересно, сейчас гляну. А этот КВ-1, он возле вас где-то? Да. Я сейчас этот КВ-1, когда подъеду, буду его шугать артиллерией. Я ничего не могу сделать. Арт-ударом буду его шугать. Да. Только надо, чтобы ты мне показал, где он. Пятерка. А у тебя он, наверное, еще не развит. Развит. Да? Тогда он светится, пятерка. Кнопка 5. Не, я знаю, я просто не достаю немножко. Надо ближе подъехать. Я понял. Сейчас подъедем, не вопрос. Нужна поддержка артиллерии. Расчет артиллерии готов. Принято, артиллерия. Но. Вот сейчас. Ну что, отведал? Шугаешь? Ну а что делать? Я вижу там. Ну что-то 50-й вообще никуда же и не дергается. Блин, снесли меня. КВ-шка все-таки снесла. Не, ну КВ-шка злая. Гадина. Ничего не делаешь. Ростик, что ты там делаешь? Езжу, блин! Сейчас я попробую на стуге. Так, подожди, это сколько? 0,64... А, это 630 метров до КВ-шки, да? Ну да. Чё же я её не вижу-то? Она, наверное, спрятана. Да я думаю, что может у тебя еще просто ничего вообще не прокачано. Может зоркость или что, я не знаю. Как там, что там надо качать? Чтобы... Да, зоркость. Чтобы видеть. Ну и радиосвязь тоже, кстати. А радиосвязь это чтобы видеть чужих или чтобы ты передавал? Да, передавал. Ага. Ну зоркость это больше как ты для ППТ, которые вот это измеряют дальность. Да японский блок, это ж куда мне надо ствол свой поднять, чтобы. Не, ну ты хорошо там, я смотрю, спрятался, Ростик. В хорошем месте. Просто у тебя танк не для дальнего выстрела. Блин, я ему вообще нифига не могу сделать. Это просто уже. Ты не на удобном, ты очень не на удобном месте. Да я ему в бочину лупанул этому КВ-шке. Хоть бы я тоже его не пробил. Чисто в бочину. Ну как? Не-не-не, на наших уровнях тяжело. У меня 11 место, у кого-то. У меня 13. Ростик, у тебя что? А черт его знает. Ну, мое место в команде. 15. Ну ничего. Ну. А сколько тут вообще народу? 15. Ну, как стащи, последний. Ну, ничего. Ладненько, все, спасибо за игру. Пока всем. Пока.